Всем привет, дорогие зрители! С вами Мэтт Смайл, и мы продолжаем наше прохождение игры Atomic Heart. Если я не ошибаюсь, мы остановились на том, что нам нужно найти 4 колбы для березоньки. Сейчас проверим это. Да, я был прав. Ну что, пойдемте искать эти гребаные колбы. Так, что у нас тут за цех? Ольга-цех, горячий цех. Давайте, наверное, сначала в горячий сходим. Почему нет? Вот же срать! Вот она! Это ты называешь вполне комфортной температурой? Горячо. Похоже, внутри цеха установилась критически высокая температура. Ясно. Где-то должна быть бойлерная. Сколько там температура? На, блин, все оранжевое, блин. Ладно, погнали. Так. Что-нибудь у нас есть? О, есть сундучок. Так, это мы тоже покажем. Просто. Потом все это прочитаем. Накопившихся. Так. Бля. Сверху ничего нет. Так, откроем, наверное, сразу тогда проход. Блин. Все отлично. Так. Открыли проход. Сейчас еще раз нам давайте тогда сохранимся. Сохранение данных. Кстати, нам надо этот... посмотреть, то нам нужно, где там этот рывок второй. Вот он. Давайте даже вот это сейчас вернем. Может быть, нам хватит? Нет, к сожалению, нет. Подождите. Возврат. Получить. А, ну да, все правильно, все нормально, хватает. Второй рывок нам все-таки нужен, а это мы уже потом прокачаем. Как тебе наша березка, милый? Это которая в здоровенной стеклянной колбе? И что с ней? Она, как я, ждет своего героя, который растопит. Блин, какая же она похотливая. Все, Элеонора. Достаточно. Хватит с меня одной свихнувшейся машины. Я знала, что ты верен только мне, милый. Сними перчатку, и мы навсегда будем вместе. Угу, хрен тебе, не дождешься. Что там с березой? Ничего особенного, милый. Тебе придется ее отогреть. Но не обращай на нее внимания. А, отогреть? Она бессловесная. О, блин, что-то у меня уже не то. Мне показалось отодрать. Твою мать, почему ты не береза? Потому что без меня тебе было бы здесь одиноко. Ага. Да неужели? Отогреть, ладно, ладно. Что-то меня не туда потянуло чуть-чуть. Так, здесь ничего. Ой, там кто-то есть. Да ладно. Так, где это бойлер? О, братишка. Что такое? Что с тобой такое? А. Критическая температура в горячем цехе. Сбросить давление в кровь. Ух ты! Прям на колено и до предела. Сразу отхилимся. Да, бойлеры пробки. Бля! Бойлер раскален. Руками лучше не трогать. Надо как-то охладить его изнутри. Так, проверяем еще. Так, там есть, окей. Это криогенные элементы. Узнаю. Совершенно верно.
Это Фаренгейт, свеча с криополимером внутри. Предназначена для обвального снижения температуры и выравнивания давления в очагах сильного сгорания. Лучше бы не этого. Попробую затолкать их внутрь бойлера. Тоже вроде поломаны, ну да ладно. Эй, ешь. Странно. Так, надеюсь, ты там не вырвешься. Нет. Ух ты, бля, какой ты охреневший, бля. Так, вот впускной раструб. Раструб. Что хотя бы не сказал, что дырка, бля. Что это за поза, бля? Все, побежали. Угу, наяривает. Ай-яй-яй, разработчики. Ай-яй-яй. И где тут вход в трубу? Так, сейчас самое главное, чтобы прямо сейчас никто тут не вылез. Это мне что теперь? Эту фигню до бойлера вручную тащить? Получается так. Так, первое ближайшее у нас куда? Раз. С нам повернуть в эту сторону надо. Так. Сюда. Направо. Да чё ты, блин, застрял, блин? Давай. Сработало. Отлично. Осталось еще два. Да неужели? Так вот. Вою? Какого хера они тут вылезли? О, еще один. Ну-ка сюда иди сейчас. Отлично. Так. Берем еще один шарик. Хорошо, что этот раструб находится в соседней комнате, а не где-нибудь рядом с березой. Ну да, это было бы жестко, если бы эту херню пришлось бы прям к березе тащить. Так, сюда нет. Значит, мы едем в эту сторону. Да что ты за это? Давай, поехали. Напоминаю. Так, главное, чтобы меня там сзади никто не огрел. Пока буду тут, блин, этот развлекаться. Сейчас сзади подойдет кто-нибудь, блин. Так. Отлично. Да, второй готов. Так, сейчас. Пять вылезли. Бля, еще и быстрые. Есть кто-то? Есть, блин. А, ну, хотя поломаны уже хорошо. Так, остался последний бойлер. Шарик-то я забыл. Бежим, 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 бежим. Блин, камера. Да кто это вообще придумал? Я уж задолбался шары по трубам таскать. Мы занимаемся этим ради того, чтобы покинуть комплекс Вавилов. Почему просто не выйти через нормальную дверь? К сожалению, есть только ненормальная. Вот именно, бля. Какого хрена? Только ненормальная. Так. Идем, идем, идем. Так, а вот тут куда?
Стоп. Ага, значит, не сюда, а назад. Куда нам нужно, получается? Если я ничего не перепутал. Ну, отлично. И... Ёпой! Счастье-то какое! Иди нахер отсюда! Мудак, блин! Выскакивает он тут! Я чуть, блядь, не обделался из-за тебя. Ух! Ладно. Товарищ майор, тебе есть что сказать по делу? Разве я в чем-то виноват перед вами? Почему вы срываете на мне зло? Извини. Твоей вины нет, я на себя злюсь. Из-за чего? Не вы убили Петрова. Я убила его же оружие, агрессивно настроенный робот. Неважно, я должен был взять его живым, а не взял. Более того, Сеченов мне жизнь спас. Он мне вместо отца, сколько себя помню. А я его подвел. Ну, как раз за это можно было бы не переживать. Это обычная ситуация. В смысле? Проверяем. В прямом. Академик Сеченов вечно всем недоволен. Ему не угодишь, как ни старайся. Его перфекционизм общеизвестен. Окружающие его разочаровывают. Да ну, это полная херня. Нет. Для чего предназначен термоцех? Тот производит жиростойкие полимеры. Но основное направление проводящихся тут исследований – выведение жиростойкой флоры. Круто. Полимеры здесь обогащаются эфирными маслами кактации церероса, кактус. Благодаря этому здесь выводят группы растений, адаптированных к высоким температурам. Чё, хотят Марс? Пустыню озеленить? Почти. Они планируют озеленить Марс. Ну да, ближайшая планетка. Так. Ой-ой-ой. Да чтоб тебя! Да, блин. Что за хрень-то такая? Так, дальше нам куда? По идее, нам даже можно туда как-то запрыгнуть. После восстановления температурного режима колбы наполняются автоматически. Шо это такое? Вот это я, кстати, не видел. Я вообще хотел просто прыгнуть туда дальше. Это получилось как-то случайно, я зацепился. Не хотя это. Понятненько. Так. Бля, ты ж не разбился. О, там что-то даже есть. Потом надо будет туда сходить. Так, блин, а как мне сейчас назад? Так, это что, это у нас груша? Ни хрена себе груша, бля. Да тут и яблоки, блин. Ого-го. Это яблоко, блин, похоже больше на этот, на помидор. Вот груша так груша. О, даже можно на дерево запрыгнуть. Так. Ну-ка, еще раз. Так. А вот и колбочка первая. Что вот значит жарко? Жарко ему. К нам на Урал приезжай. До Соливара поработай хоть на... Ну хоть здесь все просто.
Напоминаю. Пора возвращаться, пока идут какая-нибудь хрень не началась. Я сюда сходил. Дамочки, ядрит твою качать. Вот где закаляется человек. А вот с цветочками своими сидит, жалуется. Ты мне это дело, Кирюх, брось. Мы крокодовы. Мы ни жара, ни трудностей не боимся ни хрена. Нам хоть в печь, хоть в вулкан прыгай, понял? Так что давай, брат, не ной. Коллектив... Товарищ майор, вы уже обнаружили доктора Филатову? Это ту, которая помогла предателю Петрову убить сотни людей? Лифт? Не, жива, еще ползает где-то здесь. Особо обращаю ваше внимание на то, что доктор Филатова не должна пострадать. В случае возникновения угрозы ее жизни вы должны обеспечить ей защиту. Что? Спасать твари, за которой тут кровище по колено? Какого хрена? Предатель Петров использовал Филатову в темную. Она не догадывалась о его истинных намерениях. Я имею в виду степень кровожадности этого маньяка-убийцы. Степень ее вины должен установить суд. Немного ли чести? Вполне достаточно. Доктор Филатова – известный нейрохирург экстра-класса. Именно ей академик Сеченов поручил руководить исследованиями в области сочетания людей и роботов в едином коллективе. Она не должна пострадать. Вам все понятно? Поэтому мы едем, товарищ майор. Учту. Да хорошо, хорошо. Не тронем эту Филатову. Да мы едем, блин. Кто-нибудь мне скажет? Причем очень долго как-то мы едем. И мне это уже не нравится. Чего? Вот она чё, Михалыч. Вот она чё. Так. Так, чё это за звук был? Не, ничего нет. Так, первая колба. Ну-ка, березонька. Давай. Вот, совсем другое дело. Расцвела наша краса. Светлячки. Начался процесс фотосинтеза. Состояние дерева быстро улучшается. Или это не светлячки? Внимание. Открыто за... Или все-таки светлячки? Ладно, пофигу. Погнали. Альга-цех нам нужен теперь. Что это за цех? Твою мать, откуда взялись такие монстры? Это трупы погибших солдат. Покемоны, блядь. Ростками побега. Но это не точно. Не точно, блядь. Серьезно? Че нельзя отсканировать их? Че за хрень? Ладно, открываем. Култыш. Во название. Йо-йо-йо, не лезь ко мне, бля. Ты чё там? Пошёл вон, бля. Так, бля, ты мне уже не нравишься. Мне просто не нравится твоя рожа. Куда, бля? Почему не показалось, что он прыгать будет? Иди сюда, малыш. Опа, еще одного там вижу. Так, блин, главное, чтобы тут никто сейчас не ожил, блин. Так, тут нельзя. Есть что-нибудь еще? Вот столик. Только с обратной стороны. А эти можно? Нет. Все, тут все. Еще раз тут все проверяем. Ух ты ж, сколько там всего.
Ладно, побежали. Открываем дальше. Ничего. Бля, опять этих култышей, блядь, тут тьма. А, чё? Какого хера дверь открылась? Бля, их там сразу два. Ебать ты страшный. Ебать ты страшный. Хорош, сказал. Ёж... А, тут, блядь, какая-то херня стояла, из-за этого я не смог рывок сделать. Назад. Ух ты! Да что это, блядь, чё за плевок на... Чё, блядь, зараза, плюёшься? Чё эта жижа, блядь, не заканчивается? Охренеть! Я, блядь, в шоке. Сюда подойдешь, мразь? Так и дальше будешь там плеваться. Да ты охренел, бля! Охренеть, бля. Просто, бля, три аптечки пришлось сожрать из этого хера, бля, плевальщика. Я охренею, бля. Ебучие пироги. Дичи тут становится еще больше. Ебучие пироги. Так, лучше сейчас зачистим. Он потом на меня, блядь, не выпрыгнет. Ой, бля, тут их двое. Так, иди сюда. Да сколько же вас? Еще одна аптечка. Надо, блин, чуть поаккуратнее играть. Так, перезарядимся. 3 и 4 сразу. Ладно, повезло. Птичка прохнула. Хорошо, так напрохнула пару птичек. Вот эти, блин, у вас словечки, то, блин, ебучие пироги и тому подобное. Просто в тему, блин. Хоть чуть-чуть поднимает настроение. Так, я так понимаю, у меня уже просто этот закончилось место, поэтому больше. Да, так. Полное здоровье увеличивает скорость восстановления рака в течение короткого времени. Нет, вот капсула адреналина нам точно не нужна. Ну, патрончики. Пока мы тоже скинем. Запас энергии, емкости, костюм. Ладно, оставим на всякий случай хотя бы одну. Мало ли понадобится. Пистолетиком этим пользоваться. Восстановить энергию. Так, блядь.
Че, вообще ни хрена нету? Серьезно? Когда оно было закрыто, потом почему-то открылось, само собой. Опа, еще один култыш. Ну-ка, ты че такой быстрый, блядь? А какого хрена? Ты, блядь. Ты чё, блядь? Чё, взлетает? Ух ты! Полегче. Что, блядь, с тобой не так? Да толпой прям, в очередь, сукины дети. Правильно, блядь, в очередь. Сука. Так. А туда можно как-то попасть? Так, вроде откуда-то он сверху можно. Тут-то закрыто. Гербарий водоросли, окей. Иди сюда, сука. Прыгун. Галилимый, блядь. Ёб твою. О, с этим побазарить можно. Спасибо вам. За что? Да, блядь. А, опять. Что? Эй, почему же? Что случилось? Храс, это снова полимерная память? Все, что он запомнил, это то, что ему больно? Я не ожидал, что это может проявиться вот так. Что со мной? Что со мной, вашу мать? Ты мертв. Просто подожди немного. Что? Чего ждать? В смысле мертв? Эй, добейте меня, добейте, вы же обещали. Что? Ой, я никому ничего не обещал. Так я пошел. Блядский рот. Блядский рот. Не, нельзя его добить. Сори, мужик. Но никак. Уй, бля. Чего у него кишки так вырвало? И они застыли, бля. Бля. Ни хрена себе локация. Здорово, мужик. Пропустишь? Окей, я понял. Ну это вообще любенькое. Так, это чё? Опа. Нормальный такой робот. Черт, ежиха взбесилась. Сейчас ежиха. Обычно это безобидный геодезический робот. Охренеть безобидный, блядь. Особенно сейчас. Чем она нас может атаковать, кроме столкновения? Затрудняюсь ответить. К ТТХ этой модели у меня нет доступа. Лишь бы у нее к нам доступа не оказалось. Выражаю полное согласие с вашей позицией. Ладно, пошли искать колбу. Хоть двери в цех теперь искать не придется. Можно сразу через окно пролезть. Так, кстати, проверим. Майор, оружие. Может быть, уже накопилось у нас этой. Отлично. Добавить. Теперь нам что надо? Вот в эту сторону, наверное, идти, чтобы хп свои поднимать. И потом вот эти уроны забрать. Энергию персонажа тоже можно. Ну, бля, не, энергия дорогая слишком. Это потом. Так, кстати. Авторизация. Смотрим, что у нас там с этого можно забрать. Аптечки. Ладно, берем. Пусть будут, бля. Хуже точно не станет.
Так, место есть, есть, все. Это на вот это нам не надо. Вот это забрать. Все, пусть патрончики лежат. Так, это есть. Ух ты ж, 53. Что, две капсулы даже есть. Этот восстановить пистолетик. Все. Сохраняемся, погнали. Так. Нам сейчас главное не разбиться. Опа, бля, бегают тут. Вовчики. Вот. Ты там полег. Ты чё, охренел, бля? Вован. И где она может быть? Это комната. Установка, выдача люминесцентного полимера, размещена на одной из этих платформ. Поищем. Вован, ты чё такой дерзкий? Так, это кто у нас? Или что у нас там? Блин, да что ты там? Раф, а, Рафик. Всё, я помню этих роботов. Смотрел этих роботов. Лучше к ним не лезть. Вроде как безобидный. Если его не трогать. Бля, только не вдвоем. Только не вдвоем. Морозка спасла. Так, а какого хрена туда упала, блин? Так, главное не разбиться, блин. Вот именно, какого хрена он упал вниз, блин? Ох ты, как тебя раз этот развернуло, блин, на посракить, блин. Так, вижу еще вот один вованчик. Бля. Бедняжка. Бедняга. Так, где тут кто? Так, раз Рафик есть. Там еще один Рафик, а вот я вижу. Здесь у нас еще Вовчик. Вовчик, ты что там делаешь? Ух ты, бля! Попрыгун какой! Я же сделал рывок, бля! Какой же ты, Вован, козел, бля! Просто козлина! Просто козлина. Другого я не могу сказать. Так, куда нам там? Так, главное вот этих двух Рафиков не задеть. Ёб твою! Сука! Ты какого хрена меня, блядь, напугал? Раз-за-то! Ща тебя расхреначу, блядь. Да, блядь. И походу сейчас меня расхреначишь. Ой, блядь. Черт, здесь нет колб. Наверняка ее можно найти где-нибудь поблизости. Установку нашли. Теперь ищем сраную колбу. А, о, колба. Значит так, товарищи, надо что-то придумать вообще со спорами грибов проращивания. Нам тут опять прислали лучше, говорят, барахли. Мы вскрыли корпус, а он внутри сплошной гриб. Не цели все полости забил. Ну что такое? Что там такого в полимерной среде роботов грибам нравится? Такими темпами скоро вместо роболаборантов у вас будут гриболаборанты. Вы же умные, вот и придумайте что-нибудь. Просто три аптечки в никуда.
Ай, блин. Такая колба подойдет? Судя по форме и диаметру, да. Ни хрена себе тут эти колб. Так, ладно, идем вокруг, блин. Больше я такого не, тут не повторю, блин. Хватит. Мне хватило. Старший робототехник Александр Ефремов. Вас ожидает диспетчер. Интересно, взорвать эти желтые бочки можно? Или красненькую? Ядовитый газ. Ладно, не будем. Колба присоединена. Запущен процесс синтеза люминесцентного полимера. Угу. До заполнения осталось 35 дней. Ну ладно. 35? Отлично. Я тогда позже зайду. Гигантские миксеры, осуществляющие перемешивание исходного полимера в резервуарах, насыщают вещество анаэробными через месяц заглянем. Этот процесс происходит с заданной скоростью. Если скорость возрастет, процесс ускорится? Где пульт управления? Так. Я не дослушал, что он там хотел сказать. Блин. Если скорость возрастет, процесс ускорится? Где пульт управления? Его нет. В нормальных условиях скорость процесса не варьируется. Но удар шока способен подать на их электромоторы повышенное напряжение. Угу. Понятно. Сохранение данных. Ага, вот он. Вы знали, что здесь имеется технический фуникулер? Ну, я как бы подозревал, что здесь имеется способ как-то обслуживать подвешенное под потолком оборудование. Блин, дайте музычку. Там какой-нибудь миллион, миллион, миллион алых роз. Что-нибудь подобное. Нормально так, минус пятнаха. О, сработало. Как красиво бассейн засветился. Обращаю ваше внимание. Нештатное воздействие на оборудование вызвало срабатывание ремонтного алгоритма. Чего? Надо быть осторожней. Падать придется далеко. Можно ушибиться. Ушибиться? Ушибиться? А вы оптимист. Работа такая. Я думаю, тут не ушибиться, бля. Ой, бля. Вот эти самые, бля, опасные. Если эти еще нормальные, бля. Летят, блин. Ну-ка! Мразь, почему эта фуникулерная хрень не может двигаться быстрее? Никто не предполагал подобного. Это был риторический вопрос. Звук во время прыжка. Здесь ну-ка, мразь. Да чё вы, блин? Докопались, блин, до меня. Всё. Нам в ту сторону, да? А вот это мне не нравится. Сейчас чувствую, я что-то прожму и вылезет эти. Ну конечно, блядь. Ну-ка еще раз успеть.
что он упал вниз или что? Сюда иди. Сюда иди. Вот этих пофиг на них, а вот с лазерами эти, блядь, вообще ублюдки. Так. Снизу красный, да? То есть, типа... Все. Так, проверка. Блядь. Чё ты искришь, блядь? Я сейчас не это, не навернусь. Мне бы не очень хотелось. Я реально не хочу навернуться. А вот одна хрень, с которой вылазят эти роботы, и вот вторая. Только это почему-то сейчас не светится, типа неактивная. Давайте возьмем пока пистолет. Для заполнения осталось. Ага, неактивная, бля. Осталось ускорить последний электромотор. Осталось остаться без патронов для большего комфорта. Ух ты, блядь! Откуда? Тухни, мразь. Для заполнения осталось 10 секунд. О, это уже другое. Так-то лучше. Кругом приятная глазу иллюминация и милые сердцу пчелки. Романтик. Угу. Бля, щит что ли пробивается? Забирать. А, то есть через полимер оно не пробивает, да? Осторожно! Ну и вот! У кого тут, блядь? Чего, гребаная? Так, кто тут еще, блядь? Иди сюда! Ты куда, блядь, в улей свой залез? О, зараза. Так, еще раз сохраняемся. Перезаряжаем все. Отлично. Все, погнали. Теперь нам надо сейчас это еще будет все пособирать. Ух ты, кукай кто. Вот это вот похрен. А вот эти лазерные, блин, пчелки, мне ну вообще не нравятся. Ладно, потом по низу пробежимся. Так, по звуку где-то рядом что-то есть. Ну давай, давай, иди сюда, бля. Сейчас топором как шваркну.
Так, я читал, что нам нужна звездочка. Лазерная пчела, бля. И нужен вот зараза. Первый восьмой полигон. Так, главное туда, блядь, не прыгнуть. Чувствую, меня там по этот покромсает чуть-чуть. Бля. А как мне? А вот. Так, где? Сюда. Винить вас тут, блядь, развелось. Отлично. Теперь нам надо вниз и пособирать все, что здесь нападало, пока мы позбивали этих тварей. Не пугайте меня так. Так, Рафик, че у тебя красные глаза? Нормально ты задницу себе отъел. А где? Вот. Вот. А где еще? Серьезно? Ого. Вроде там нормально их-то позбивал. В итоге вообще почти ничего нету. Странно. Но ладно. Переживем. Бля, этот полимер. Чё? Цветочки меня так покуцали? Или что это? Они какие-то живые. Ладно, бежим все отсюда. К нашей березоньке. Храс, что известно о девчонке Петровой? О докторе Ларисе Филатовой? Я так и сказал. Так ты в курсе, кто такая? А чего молчал? Доктор медицинских наук Лариса Филатова работает с академиком Сеченовым много лет. Что, Википедия, что ли, или как? Ученица и ассистентка товарища Захарова. После гибели профессора продолжила его работу. На сегодняшний день преступница и предательница Родины. В общих чертах понятно. Жалко, симпатично. Так, майор Нечаев, вы что, влюбились, что ли? Так, где там? Ну-ка, вторую вставляем. Чё она тут нам сделает? Засияло деревце. Красиво излучает. Глаза радуются. Началась подготовительная фаза генерации электроэнергии. Внимание сотрудников распределительного центра. Открыт доступ к цехам правого крыла. Холодная лаборатория, пестицидный цех. Пойдем сначала. Или сюда. Ладно, пойдем в холодный все-таки. Пойдем все-таки в холодный. Тябли. Не, налево я не хожу. Погнали тогда сюда. Так. Чё там загораешь, бля? Так. О, сохранение. Угу.
На звездочку у нас пока нету чертежа. У нас что тут? Паштет. Херня. Лиса. Херня. Электронс есть. Швед есть. ПМ есть. Калаш. Нет, еще нету. Калаш тоже нужен еще. Сохранение. F. А. Это чё? Это ещё что за дрянь? Побег был выведен в качестве корма для крупного рогатого скота и быстро продемонстрировал свою эффективность. Но с этим побегом что-то не так. Нормально так. Это точно холодный цех? Ебать твою Люсь. Курица-убийца? Просто прелестно. Охренеть. Просто, блин, заклевало. Опа. А, тут стекло. Лучше не привлекать внимание. Мы его уже привлекли. Твою. Ну чё? Не достанете. Стоп, здесь какой-то голосовой есть. Витя. А, блин, нельзя. Надо так целиком слушать. Что там за звуки? О, спасатель, здорово. Наконец-то. Мне не поможете, но тут есть выжившие. Не скажу, чтобы сильно торопились. Это еще не спасатель. Я скорее авангард. Да что такое? По моим прикидкам уже куча времени прошло, а ни тревоги, ни армии. А вы видели, как все начиналось? Можете описать? Не хотел бы, но могу. Машины не сразу напали. Они сначала разбрелись, чтобы ударить в один миг. Я еще сразу заподозрил, когда роботы-лаборанты вошли в кабинеты и встали за спинами у сотрудников. Большинство умерли прямо там, где работали. Жутко было даже не то, как они всех убивать Бедняк. Начали, а как они медленно разбредались и шли к людям. Словно на физкультуре, когда говорят разбиться на пары. Ай-яй-яй. Давно вы погибли? Не помню, но я жил дольше многих. Ко мне в помещение машины войти не могли. Доступа не было. Началась стрельба. Шланги полезли отовсюду. Большинство убили в первые секунды. Очень быстро. Они либо пробивали головы, либо ломали шеи. Словно бутылки газировки открывали. Мы бросились бежать, когда лаборанта Афанасьева схватил. Солдаты рядом были. Хотели остановить. А тот только удивиться успел. Я в тот момент всякий страх потерял и бросился на робота этого. Очнулся уже мертвый. Нормально, очнулся уже мертвый. Мне жаль. Но мы с этими уродами разберемся. Да не машины же виноваты, а люди. Либо случайно, либо специально. Но случайно такого не сделать. Помяните мои слова. Чтоб такое устроить, не один месяц работать надо. Вот тут ты прав. Вот тут ты Хорошо. Прав. Как все кончится, за вами придут. Да мы стоим. Зачем за ним приходить? Это что вообще за место? Холодный цех. Тут решается проблема существования организмов в условиях безвоздушного пространства. Как озеленить Луну, что ли? В том числе. Спектр исследований самый широкий. От примитивных одноклеточных растительных форм до сельскохозяйственных и прочих животных. Это кровище или что это? Да. Ой-ой-ой. Так. Напоминаю, храните
Ого. Охренеть. Сколько там этих хреней. Коровка. Здоров. Ты живая? Ух, будто бы. Реально живая. Интересные тут у вас аквариумные рыбки. Аквариумные рыбки. Бля! Сдохни! Так, пчелки сейчас сюда прилетят. Опа, один. Один меня заметил, это хорошо. Если бы они сразу все втроем бы напали, вот это было бы плохо. Так, ладно, курица, я с тобой потом разберусь. О, бля, можно и так сделать. Пиздец развели. Ёп, бежи, блядь. Что-то повылазит. Ну нормально, так ему листочки ободрал. Сюда, блин, пчелка. Сюда. По одному. И ты лазерная сюда, блин. Где? Еще вылазь. Сюда вылазь. Осторожно, выход аэромашин. Где? Где ромашка? Я тебя слышу. Ой, ромашка, блин, пчелка. Вот зараза, ты что, хочешь ее починить, блин? Отлично, так, ящичек. Так, все, закончились. Ну что, блин, курица. Я тебе сейчас, блин. Все же. На наггетсы покромсал. Блин, бедные коровки. Как так? Мне кажется, нам из Павлова какую-то дрянь шлют. Да ты просто не разбирался. У них там другие полимеры, свойства другие. Мы в них выращиваем, а они ими сращивают. Понял? Ты бы тут не экспериментировал, а то знаешь ли медицина, брат. Non penis canis est. Да чего ты сказал? Какой еще черт. Пенис? Слушай, вечно... Кто? Я? Компьютер принял вас за начальника лаборатории. Я локтем щебетарь включаю. Когда уже отключат эту функцию в обновлении? Воспроизвожу фрагмент с автоматического самописца вашей последней рабочей сессии. Так. Какие-то эти.
Так. О, да. Так полегче. Как это прекрасно. Щелочь. Опер. Да. Ровки. Продолжаю записывать свои мысли. Опа, курочка. День 780. А что вы тут делаете, блин? На чем это? А это что такое? А, да. Поначалу мне было крайне сложно привыкнуть и не реагировать на этот... Опа, свинка. Жизненный цикл, как они его зовут. Но а нельзя было свинью в нормальную эту, блин, опустить? Вот сюда. Зачем вообще было такое придумывать? Наше руководство считает, что пропаганда для персонала увеличивает работу. Пейзаж. То есть на любой глазах такие же тупые свиньи, как эти животные? Нормально так сделали. Вы налаживаете жизненный цикл этих животных. Знаешь, может, мы свиньи. Но даже если так, кто дал нам право издеваться над другими свиньями? Да, Морзик? Мне тебя очень жаль, правда? Ага, это мы здесь. Да. Не знаю, где это. Я даже вольер не поставлю. Вольер. А чё тут магнита нету? Тут магнита нету. Вдруг я хочу в вольер этот попасть. Сразу. Так, я вижу Вовчика. Вован, иди сюда, братишка. Сундучок. Кассетники. Да не нужны мне эти кассетники. Да. Что у нас тут? Ага. Изи. Это куда мы сейчас попали? А. Все понятно. Все понятно. Что нам тут сделать надо? Курочка, да, коровка, да. А, все. Понятненько. Надеюсь, понимаю, сейчас закрывается, да? Да. Погнали. Вентиль установлен. Твою мать! Я что, их всех убил? Бля! Это стандартное завершение технологического процесса. Производство органической составляющей полимера. О! Коровка! Ты живая! А, то что тут воды не было? Или это, вернее, не воды, этого полимера. Поэтому ты выжила. Тебе повезло. Вот это громада. Столько клумб в одном месте мне встречать не доводилось. Здесь выводятся растения для колонизации Луны и планет Солнечной системы, Марса и Венеры. Только сейчас здесь ни хрена не работает. Нам нужно в рубку управления. Угу. Черт, одни трупы. На стене имеется лазерная реле активации питания. Разберемся, не привыкать. Так, колба уже стоит. Бля, Рафик, братан. Как тебя так угодило? Вернее, угораздило. Так. Вот эту. И вот так. Слишком легко. Заработало. Как наполнить колбу? Колба наполняется криополимером автоматически. Нужно дождаться окончания процесса. Ага. Как-то слишком Лобль. Просто. Полетели. А вот и хозяева. Я чувствовал, что спокойно дождаться не получится.
сука! Да что же с ними не так? Что я должен сделать? Колба наполняется только при поддержании в цехе оптимально низкой температуры. Нагнетание холодного воздуха обеспечивают вентиляторы. Они не должны отключаться. Не позволяйте побегам взлетать и врезаться во вращающиеся лопасти. Так бы сразу и сказал, блин. Черт, вентилятор вырубило. Попробуйте перезапустить его шоком. Вот ты, бля, култыш. Иди сюда, родимый. Нам бы что помощнее шведа. Так, блядь, летающие. Зараза. Товарищ Вавилов, тут аспиранты затеяли занятную забаву. На секционных грядках играют в крестики-нолики. Один садит кукурузу, второй томаты. По очереди. Еще и, что называется, вслепую. Я сначала хотел их отругать, а потом думаю, приличный вид досуг. Самые настоящие шахматы, новаторские. Что скажете, может, откроем клуб аграрных игр? Вою? Как они меня так сбили, бля? Еще минус две аптечки, бля. Так, надо сразу вот этим гасить. Как называется матка, блядь? Так, где тут еще матки эти? Вижу. Так, а там кто? Непонятно. Собрать. О, можно теперь. Тут что-нибудь есть? Нет. Продвигаемся к следующей. Так, я там что-то видел вдали. Сундук какой-то. Так, по звукам что-то здесь рядом где-то есть. Да твою ж. А, можно так? Ну, блин, так тоже хреново. С него мы ничего не получили. О, тебя не заметил сразу. Да залезь ты уже. Так, Рафик. Еще одна матка где-то тут. Сюда, блядь. Тыш. Блять, лучше.
постоянно уворачиваться. Что мне? Я два рывка все-таки себе взял. Почему нельзя его? Что за звук? Запускаем. Неполадки устранены. Перезапустите систему вентилирования. Угу. Побежали. Кул. Бля, опять полетели они. Так, откуда тут музычка? Результаты генетического анализа не являются официальными. О, наполняется, наполняется. Так, где ты? Позбиваем их нахрен всех. Куда они вылазят, блин? Что, специально тут выведены так, чтобы этот да. Блин, ничего, их опыляют эти растения тут или что? Охренеть. Ты чё творишь, мудила? Сохранение полупрёвого дня успешно завершено. Идёт сохранение данных. Ура! Колбочка. Да быть такого не может. Дождались, наконец. Колбочка. Сохранение данных успешно завершено. Внимание сотрудников. Доступ к пестицидному цеху открыт. Угу. А, всё уже? Ну, ладненько. Забираем колбочку и погнали в последний цех. Валим отсюда. Конечно, валим, бля. А, сразу сюда. Так, там ничего у нас не осталось. Так, там какая-то хрень лежит. Так, надо лучше, наверное, собрать. Ага. Все. Нет, не все. Матку одну пропустил. Ну и ладно. Все. Теперь уже точно все так. Место есть, есть. Так, нам это вообще нахрен сейчас не надо. Как меня радуют эти ваши сраные колбы. Любите же вы их везде вставлять. Это дань традиции. Ага, искренне рекомендую вам пересмотреть традиции. Так, подожди. Я уже задолбался на каждом углу колбы искать. Там я кое-что видел. А, проход закрылся сразу же. Я ж там, блин, еще не исследовал кое-что. Ты откуда тут взялся, блин? Я же там не исследовал еще кое-что. Дайте звездочку, блядь. Звездочку! Сохранение данных. Однажды сомнения в пользу науки посетили меня столь сильно, что я был готов бросить.
Так. Опа. А, ну тут поломанные они, ладно. Пару ударов. Под них тоже лучше не подставляться. Там, блядь, целые. Так, вроде только одного. Надеюсь, у них нет стадного инстинкта. Да какого хрена ты не замерз, блядь? Охренеть. Надо, походу, усилить чуть-чуть этот заморозку. Так, там что за дырка? Ладно. Интересно. Думаю, там кто-нибудь есть. Вот. Увернулся. Они задрали меня. Здорово. Так, теперь заряжаем, бля. Не, бля. Ковку. Покажи, чему обучит. Бля. Мразота. Какого хрена их тут столько, блядь? Охренели уже вообще в край. Так, что у нас тут? Сундук. Как туда попасть? Понятно. Что это там? Есть там что-нибудь? Нет. А, все, я понял. Это как раз вот та дырка. Понятненько. Понятненько. Вот, бля! Не-не-не-не-не-не, ну, бля! Бля. За что, блин? За что, блин? Лучше было бы этот обезвредить с помощью красок. Минус 6 патронов. А можно было бы, блин, просто подкрасться, но кто знал? Но кто знал? Так. Я тут все изучил. Да. Изучили все. Нет, проверка еще раз ближайшая. Ничего нету рядом? Нет. Отлично. Супер. Напоминаем, перед прохождением ежегодно.
Так. Ты слышал то же, что и я? Я всегда слышу то же, что и вы, майор. И что скажешь? Ебучие пироги! Да тихо ты! Я так понял, что ты там вообще недоброе впереди. Да, так. Но колбу с пестицидным полимером все равно нужно как-то достать. Туда пестицидный показывает, туда пестицидный. Куда идти нам? Чё-то жутко слишком там. Твою! Ты охуел, друг? Это шутки такие, что? Ты можешь разбудить его в любой минуту. Вот именно. Через два часа, когда уровень пестицидов опустится до критической отметки, тварь проснется, слышишь? Мне нужна колба с пестицидным полимером. Колба прямо там, внутри. Нужно, чтобы ты нашел полимерный контейнер. И тогда мы нахрен взорвем эту тварь. И тогда ты заберешь то, что тебе нужно. Хорошо, будь по-твоему. А колба уцелеет? Ни хрена себе! Борщевик необходимо постоянно опрыскивать. Кого борщевик? Это скоро закончится. Нужно, чтобы ты нашел контейнер. Хорошо, что у нас, блядь, не такой скорее. Борщевик. Так, ладно, контейнер. Как он выглядит хотя бы? Желтый такой бидон. Быстрее, нужно взорвать его. Найди желтый бидон. Да, если бы у нас такой борщевик был бы. Тварь. На кой черт она была вообще нужна? Это неожиданный результат дерзкого научного эксперимента. Охренел. Тут экспериментаторы, блять. Экспериментаторы, блять. Согласен. Желтый бидон. Ну и где? Майор, оружие. Так. Сколько? 27? 40? Да, вот это берем тогда. В смысле недоступен? О, все сопротивления есть. Потом надо будет. Не, это не то. Тоже не то. Ну теперь вот в эту сторону, значит, нам идти надо будет. ХПшечку свою поднимать. А, кстати, надо. Вот, вот эту возьмем тоже. Пусть будет. Тут у нас что? Не-не-не, ХП я не хочу тратить. Получаю дополнительный урон при выходе из состояния заморозки. Кстати, прикольная вещь. Нивелирует получаемый урон от огня. Не. Вот это вот, кстати, мне больше нравится. Даже бахнем. Так, шок нам особо нахрен тут не нужен. Мы не будем шокировать их. Вот это хорошо бы сделать. Потерянного здоровья. Да, вот эту вещь тоже нужно будет сделать. Так, что у нас тут? Так, автосортировочка. Так, патрончики есть. Это у нас есть. Блин, маловато ресурсов. Ну, в принципе, все, достаточно всего. Сохраняемся. Блин, мультики. Может, мультики посмотрим часок-другой? Кстати, а почему звука нету? Почему нету звука? Ну-ка, я хочу покрутить звук. С какой тут стороны звук? С этой или с этой? О, соля мия. Ладно. Так, нажать. Ничего не происходит. Чего? Что там орёт? О. Это херь повернулась, ладно. Нам показывает туда. Запись
Запись первая, 16 апреля. Погнали. Итак, мутации... Жужа, фу, мешаешь! Кто Жужа? Вызванные полимером продолжаются. Через месяц наблюдения за объектом ЦП-388 «Борщевик» было обнаружено необычное поведение. Растение может питаться путем эндоцитоза и выработало способ отслеживать, с какой стороны ему подается пища. Ну, в нашем случае питательная смесь. Чтобы вытягивать свои побеги в соответствующую сторону. Вань, а у нас есть чего на ужин? Жужа, я так понимаю, это собака, судя по лаю. Так. О, чувак, или чувиха. Так, ты кто у нас? Судя по двум вот этим выпуклостям, ты все-таки девушка. Вы должны мне помочь. Вы должны посадить в меня семена. Ни хрена себе. Да я, к сожалению, чего? Я знаю, что умерла. Я не хочу быть бесполезным трупом. Мое тело может стать почвой для растений. Я стану памятью моих коллег. Мы чего? Работали на благо Советского Союза. У тебя, походу, кукуха поехала. Даже так это звучит очень нездорово. Мы вложили много труда в эти новые виды растений. Это будет моим с ними прощанием. Не-не-не-не-не, я такого точно делать не буду, извините. Как-нибудь сами. Вас кремируют. Слишком много жертв вокруг. Кремируют? Не подумала. Жаль, уходящая жизнь. Все, всего доброго, мадам. Я вам мадам. Точно помочь не смогу. Ладно. Извините, но мне нужно идти. Так, сюда иди. Сюда иди, блин. О, нужно в таком большом расстоянии замораживать. Наконец. Ой, извините-ка. Сундучок. Сундучок. Так. Где тут что? На стенке. Ух, полетело, блядь. И ничего с тебя не осталось, вот, блядь. Зараза. Как? Так. Отвали. Отвали. Так. Что за звуки еще? Это и есть желтый бидон, блядь? Серьезно? Бидон должен быть где-то рядом. Да нет, тут рядом ни хрена. Надо целиком цистерну везти. Этой гигантской твари как раз хватит. Поддерживаю. Хе-хе, бля. Небольшой бидончик. Угу. Так, это... Точно, где... Ладно. Дайте мне чертеж нормальный. Вообще ничего не дали мне. Сохранение данных. Так, подождите. Сдвиньте тягач. Я тут еще не все исследовал. Иди сюда.
Все получается. Угу. Я, кажется, понял. Теми кнопочками мы сейчас управлять будем, да? Уровень пестицидов понижен до 10%. Храс, это хреново, да? Как только опыление борщевика прекратится, он проснется. И размажет тут все нафиг, включая нас. И я в восторге. Телекинез. Используй телекинез, чтобы двигать платформу. Ага. Что за звуки непонятные? Подвесные электромагнитные платформы. Охренеть. И кнопочные пульты, разбросанные по всему упал, цеху. Офигенно удобная система управления. Что за дебил это, блин? Так. Нам надо эту как-то повернуть. Да бля! Так, надеюсь, это не на время. Там проценты эти не будут сейчас уходить от меня. Это будет не очень. Так, кстати, я вот там не был. Там сундучок. Ой, там что-то есть. Здорово. Еще один бедолага. Неудачно спрятался. Тише, рядом мутант. Это мертвый романтик. Он меня не найдет. Ай, свет выключили. Это тебя выключили, мужик. Навсегда. Все-таки я умер. Признаюсь, у меня была такая мысль. Ну так ты не ошибся. Бывай. Мог бы как-то его подготовить хотя бы к этому. Раз, если меня убьют, я тоже стану говорящим трупом? Буду валяться где-нибудь в углу и нести полуосмысленную чушь? Сложно сказать. С одной стороны, нейрополимерной памяти у вас нет. С другой, общая степень полимеризации вашего организма очень высока. Это означает да или нет? У нас нет подобного опыта. Есть только один способ выяснить это. Спасибо, я, пожалуй, не знаю. Угу. Теперь нам туда. Твою мать. А. Да, я понял. Я понял, куда нам. Я чуть не перелетел. Повернуть. Поехали. Повернуть. Поехали. Уровень пестицидов. О, теперь можно будет туда забраться. 10%. Нам надо ускориться. Ебучие пироги, стараюсь. Ебучие пироги. Погнали. Так. Раз. И раз. Погнали. Давай, давай, давай. Понижен до 4%. Твою налево. Ситуация критическая. Где этот мужик с насоса? Он там что, уволился? Уволился. Блин, случайно пропустил. Почему нельзя?
Почему нельзя ехать? Я не... Что за хрень? Все правильно. Да ну нафиг. Что, не отсюда теперь управлять? Да нету здесь ничего больше. Что там опрыскиваешь? Опрыскиваю. Надо повернуться. Я понял, почему оно не едет. О. Теперь понятно. Так, блядь. Борщевик, не ори. Уже накаляешь. Тише будь. Поехали. Одного раза хватит нажать? Хватит. Уровень пестицидов понижен до 2%. Это очень плохо. Мы все умрем! Хорошая идея! Я тут уже подустал. Согласен. Мы все, блядь, умрем. Так. Где эта хрень? Давай. Да доедешь ты уже когда-нибудь или нет? Подавись своим пестицидом, уебище. Уебище. Все, перекур. Ты нашел контейнер? У меня закончился PH-400. Если что-то срочно не предпринять, там крышка. Да нашел, успокойся. Глянь вниз, вон твой бидон. Знаешь, что стоило мне доставить его сюда? Блять, не так. Он от этого не умрет. Его надо было взорвать. А, твою как мать, я это должен сделать? Он проснулся. Надо поджечь полимер. Дай сюда сигарету. Разве полимер загорится от сигарет? Этот, да. Сдохни, тварь! Она все горючая какой-то. Сука, вот же живучий тварь. Он в ярости. Ох, пиздец, какой он здоровый. Держись! А у него там глаза были? Чувак, живи, бля. Раздавит нас. Ай, блядь, сука, нога. Мужик, ты как? Нормально, повезло. Сука, побеги, вставай быстрее. Ни хрена себе, сколько их. Их слишком много, давай быстрее. Пытаюсь, блядь. Если доберутся до нас, там конец. Все лучше, чтобы не добрались. Они все ближе, вставай, вставай. Пытаюсь, я пытаюсь. Ебать. Нет, нет, помогите. Сними его с меня. Мужик, держись, я иду. Да, ты идешь. О, обвал. Твою мать! Колба, блядь, хоть где-то повезло. Он мутировал? Да я догадался, блядь. Так, колбу берем. Блядь, да давай, ты уже ногу ебучий доставай. Ты... Ебучий пи... Да отъебись от меня! Отъебись от меня. Язык через бошку вырвал. Охренеть. Вырастили кустик. Делать вам в своих лабораториях нечего. Путь к вершинам науки тернист и полон ошибок. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Сохранимся. Ну что, есть какой-нибудь чертеж? Нет, опять? Я так никогда звездочку свою не получу. Пошла в... Твою налево, бля! Что вы... Говорите, нахрен! Мне показалось или... Урона меньше нанес. О, кстати, что за музычка? Это опера? Ой-ой-ой! Огненная башка! Чего так быстро его? Ну сколько вас тут? Пошел вон. Че нету этого? Так, секундочку, кошку выпущу. Култыш. Вали нахрен от меня. А, бля, что это за таран, бля? Охренеть. Отъебись ты! Вот именно, блин. Отъебись, блин. Чуреку разделим. Нормально так, ну, со спины тащил. Ух ты, бля! Пошел вон. Ты что там орешь? Опять у тебя засветилась спина. Ты еще тут вылез. Вот ты, блядь! Я думал, ты там стоишь. Зараза-то такая.
Бля. Какого хрена закрылось это, бля? Ты ж тебя уже убил, ты что там орешь? Сейчас еще шару будет. Забрали, блядь. Смотри. Чего не запрыгиваешь туда? Придурок, блядь. Пошел вон тогда. Дурак, блин. Все, нахрен сваливай. Так. Братюнь, иди сюда. Так, еще больше? Ага, никого. Че еще уворачиваешься, когда тебя замораживают? Там еще что-то. Не-не-не-не-не-не. Все. Отлично. Сваливаем нахрен. Еще раз сохраняемся. Сохранение данных. И побежал. Храс. Ну не может же быть, чтоб каждый раз они с этой березой так возились. Разумеется. В обычной ситуации этого и не происходит. Береза — это прежде всего символ, хоть и требующий аккуратности и заботы, раз в 2-3 дня. Да ты заколебешься через день ходить по 4 отделам за колбу. Я бы сказал, заебешься. Ну-ка сюда иди, пчелка. Еще одна. Куда? Все, это была последняя. Роботов нам нахрен не надо. Ладно, уже. Бедолага. В боковой планке встал, да? Молодец, сейчас спортом занимаешься. Так. Ну что? Кого тут нету? Так, вставляем. Пестициды. Подсоединена. Ненавижу паразитов всех мастей. Хотя бы дерево теперь вздохнет спокойно. Насекомые вредители уничтожены. Береза приходит в норму. Эти светлячки это были, блин, насекомые вредители. Так, последняя колба. Подсоединена. О, отлично. Березонька расцвела. Оттаивает березка.
Оптимальный температурный режим восстановлен. Отлично. Вегетативный электрогенератор «Береза ПК-4» функционирует в штатном режиме. Подача питания восстановлена. Супер. Дело сделано. Ворота открыты. Мы можем покинуть комплекс вавилов. Не прошло и года, блин. Надеюсь, больше я никаких сраных колб не увижу. Я тоже надеюсь. Все, нахрен валим отсюда. Мы сделали это, товарищ майор. Ура, блин. Я сделал это. Не примазывайся. Я оказывал поддержку, помогал морально. И хер с тобой, ладно, помогал. Живой хоть? Хоть вопросы не имеют смысла, но спасибо, я в порядке. Угу. Мы готовы уходить? Да, блядь, да, хули ждать-то. Да, конечно, хули ждать-то. Блин, это узкий лифт. Мне это не нравится. Почему он такой маленький? В ширину, блин, большой. Вернее, в длину. В ширину, блин, даже два человека нормальных не встанут. Все, поехали. Храс, как погиб Харитон Захаров? При загадочных обстоятельствах. Подробности его смерти неизвестны никому, кроме академика Сеченова. При загадочных? Разве Дмитрий Сергеевич не рассказал, как все произошло? Разумеется, рассказал. Считается, угу, что профессор Захаров поскользнулся и упал в лабораторную ванну с экспериментальным нейрополимером, представляющим собой агрессивную среду. Угу. Черт, жаль человека. Ну что же тут загадочного? По странному стечению обстоятельств не сохранилось никаких видеозаписей этого печального эксперимента, хотя все подобные процессы тщательно документируются. Ну, бывает такое иногда. Камеры могли вырубиться. Или данные не записались. Вполне возможно. Еще одна странность заключается в том, что полимер не является агрессивной средой и не способен убить человека. Вы прекрасно через него плаваете. Но... Это точно. Это... Да, но... Может, тот полимер был единственным таким экспериментальным образцом? Опасная разновидность. И это вполне может быть. Но разве профессор Захаров мог не знать о том, что экспериментальный образец, с которым он работает, агрессивен, если он сам же его и создал? Вместе с академиком Сеченовым. Ну, чертовщина какая-то. Что-то тут не то. Что-то тут не то. Тут я точно согласен, что не может быть все так просто. Блин, чем мы так долго едем-то? Мы же вроде там, блядь, не на километр вниз ушли. Потому как мы падали в самом начале, там пару этажей было. Такое ощущение, что мы уже не знаю, сколько поднимаемся. О, приехали, походу. Да. Нам нужно добраться до станции Лесная и сесть на поезд до станции Солнечная. Дальше пешком. Ну и где искать нашу станцию? Надо пройти через деревню, в которой мы оказались. Идем. Угу. Элеонора, привет. Выберите желаемое действие. Так, что там пока нету? Ничего? Нет. Авторизация. Так. 93. Хватает? Получение энергии от потерянного здоровья. Вот это, кстати, хорошо. Все. Сохраняемся. Ладно, ребят, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем пока-пока.